Это еще все 15 августа собралась. Рюкзак такой тяжелый получился. Вышла пораньше. Стою, Сережу жду. Ну, наконец-то. Вижу. Ну чего, мы опять в Глобус приехали перед дачей. Ищем парковку. Вот, в Глобусе я нашла вот этот Мовенпик, о котором я говорила сегодня с утра. Вот если у кого есть карта, 500 грамм. Вот такой. Это 100% арабика. И вот такой вариант. Три, получается, три варианта. А это у нас 899. Такой я еще не пробовала, но хочу попробовать. И в зернах есть две, в общем, до 2000. Так, такой я не видела еще. 500 грамм, 929. Курицу взяли, ну это так мы оставим там. Воду, дыня, вот такого много хлеба. Пахлава, хлеб. Нарезка, салаты, ну тут много салатов, такие крупные. Свинина, шашлык традиционные. Вот этот мне нравится сырок. Моцарелла, как вот так сделан, кружочками. Приемлемые цены. А, копченый сыр адыгейский, 263. Сколько разновидностей. Смотрите, адыгейского сыра. Ну, у меня рядом с домом есть на Полярном Глобус магазин. Надо как-нибудь туда доехать. И завести карточку в Глобус. Тогда будет вот эта красная цена на все. Ну чего, Сереж? Сыр Маздам ищет. Мясная тарелка. Такие цены. И сырные тарелки. Красота, правда? Так, ну, допустим, это 1230. Сыр овечий 319, ну, 320. Голубой с плесенью, маленький кусочек, 200. Колум блю 209, дор блю 298, Шенфилд 319. Вот такой мне очень нравился. Камамбер. Он внутри такой жиденький немножко. Ладно, 226. Да. Очень хорошо. То, что люблю, прям крупные-крупные вот эти вот крупные дырочки. А я не знаю, я тебе не стала звать, я тут снимаю. Вы понимаете, тут есть все абсолютно. Сыр гурме, говядина, трюфель. За одну штуку там буквально чуть-чуть. 300 или 400. Вот у нас. Так, лук 3,5 килограмма. Сейчас Сережа морковь наберет. А почем сыр? Сколько он взял? Вот это вот наш любимый. 491. Больше полкило. Сосиски. И надо взять зеленый лук и укроп, и свеклу. Сережа попросил, ну все хотят, сейчас будет жара, вот этот литовский холодный. Ну свекольник. По-нашему свекольник. Сейчас наберу зелень. Сейчас аппетит всем
подниму. Всю... А, это у нас семга хребет. Ну, что-то не похоже. Или кальмары. Коптим, вялим, солим, солим, коптим, вялим рыбу. На тирпук похоже. Но это он и есть. Все, вижу. Тирпук. Кек. Сибас. Это сельдь. Мойва. Лосось. Скумбрия. Свеклы, зелень и взяли, Сереж, я не помню, это горбуша? Форель. Такая акция идет, 1000 рублей килограмм стейки. Дай посмотрим, на сколько. О, ну ты так много взял. На две форель. Форель Турция. Ну. Разводит. Эрдоган разводит. Эрдоган разводит, говорит. Слушай. Что? А нет, ребят, карту обязательно делайте. Смотрите, написано, без карты цена 397, правильно, Сереж, я смотрю? А с картой 2459, имейте в виду. На сегодня рыбный день с вами. Снимаю рыбку. Нерка. Чего, Сереж? Едем, едем. Ну, допустим, тунец филе. Такая вот тарелочка стоит 387. А это у нас ассорти рыбное. 500 рублей. Вы знаете, если так вот быстро на дачу, на день рождения или так вот на встрече, то можно брать. Нормально. Не заоблачно. То не заоблачно. Сейчас Сережа банки возьмет. Ну, банки для закруток. И искали эмалированный таз, не нашли. Значит, в Площево, в деревне, там, по направлению к даче. Мы заедем там втором этаже. Прекрасный, хороший магазинчик маленький. Есть все. Даже дешевле, чем в Глобусе будет, 100%. Это вот только день в Глобусе. Смотрите, уже все банки раскупили. Последние практически забираем. О! Популярный размер. Популярный размер, Сережа говорит. Опять целая тележка. Ну что поделаешь, все надо. Соль и мука 4 килограмма. Что, Сереж? Соды 2 пачки. Это для птиц Сергей взял. Это йогурты, как обычно. И еще для рыбки лимон, говорит, нужен. Ну, о, видал, сколько? Ой. Это все наше. Вот так. И там уже 3 пакета собрано. Так, без карты было 19. Сколько 19? 19 800. А если есть карта, то вот так, 17 180. Сейчас нам нужно в аптеку Ригла. А что же она говорила? Это же есть Ригла там дальше. Ну давай, комфорт, сейчас аптеку посмотрю, вот сейчас в лесном. Таз мы не купили, зато вот заехали. Вот эта вот вкусная точка. Чуть-чуть, но уже кишки сводит. Картошка фри, сырный соус и маленький бутербродик.
А я сейчас посмотрю, маленький. Биг. Биг. Спешл. Сейчас накроет тебя. Не, не накроет. Ну все. До следующего видео.